Карамскалинском районе республики на трассе Уфа-Белорецк сгорел пассажирский автобус марки ПАЗ. На место прибыли пожарная часть и сотрудники ГИБДД. Восстановлению транспорт не подлежит. По словам очевидцев, пострадавших в результате возгорания не было видно. Судя по тому, что сгоревшая машина стояла на обочине, водитель успел остановиться и ее покинуть. За время тушения автобуса успела организоваться пробка, сообщает сайт proofu.ru. В Башкирии в ДТП пострадала патрульная машина. Авария произошла под Бакалами. К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу на перекрестке. Автомобиль протаранил патрульную машину полиции, отчего та прокинулась в кювет. Оба авто получили повреждения, а водители отделались испугом. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы. В отношении владельца ВАЗ составили административный протокол за допущенное им нарушение ПДД, сообщает сайт «Комсомольская правда». Сегодня утром в микрорайоне Сипайлово вновь образовалась пробка. Движение было затруднено на пересечении улицы Жукова и Гагарина, а также при выезде на проспект Салавата Юлаева.